Привет! Это технический тренер Билл Джонсон из компании Tech. Сегодня я расскажу вам, что делает абразивные инструменты Tech Ruberhawk уникальными, почему так важно правильно обрабатывать поверхность шины и дам несколько важных советов по безопасности. Шарахование является существенным и важным этапом при ремонте шин, поэтому наличие высококачественных инструментов и умение правильно ими пользоваться являются обязательными для любого мастера. Tech использует при ремонте шин абразивные инструменты только премиум-класса, потому что наши абразивные инструменты признаны во всем мире и имеют высокое качество и долговечность в работе. Вы можете заказать их на нашем сайте www.techrusha.ru с доставкой в любой город России. Сейчас разберем с вами два вопроса. Почему важно снятие верхнего слоя резины до корда в месте повреждения и вокруг него? И для чего необходимо придавать поверхности резины равномерную текстуру при ремонте? Итак, только правильное шарахование обеспечивает идеальную текстуру иннерлайнера на внутренней поверхности шины. Такая текстура однозначно необходима для максимальной адгезии ремонтного материала Tech. Если используются неправильные абразивные инструменты или не соблюдается технология ремонта и даже скорость пневмодрели, то все это приводит к отслоению ремонтного материала от шины при последующей эксплуатации колеса и опасности и угрозе жизни людей при движении автомобиля. Возникает вопрос, как же создать правильную текстуру резины при шараховании? Во-первых, нужно удалить скребком все частицы грязи на внутренней поверхности шины перед ее обработкой. Во-вторых, правильная текстура должна иметь достаточную шероховатость, чтобы обеспечить лучшее сцепление ремонтного материала с шиной. Степень шероховатости определяется по специальной шкале Ассоциации производителей резины. В нее входят все крупнейшие мировые производители шин. Для обеспечения наилучшей адгезии при установке заплат или грибков Tech методом холодной вулканизации нужна степень шероховатости номер 2 или номер 3, а при установке заплат методом горячей вулканизации степень шероховатости номер 4. Абразивные инструменты Tech Ruberhawk имеют разную форму, например, полусферы, кольца, карандаши, конусы, шары или даже грибки. Все они имеют разный размер и разную зернистость. В-третьих, абразивные инструменты нужно использовать с пневматическими низкооборотными дрелями с максимальной скоростью вращения 5000 оборотов в минуту. Дешевые абразивные инструменты имеют простое покрытие из зерен неправильной формы, которые не очень эффективно удаляют резину с поверхности шин. Это приводит к замедлению шарахования, неправильной текстуре, перегреву обрабатываемой поверхности и, самое главное, к ее подгоранию. А поверхность абразивных инструментов Tech Ruberhawk имеет открытую структуру, состоящую из зубцов карбида вольфрама с одинаковой высотой и формой. Этим и достигается равномерная текстура и степень шероховатости. Это предотвращает перегрев абразивов, ускоряет удаление резины с поверхности шины и создает на ней однородную текстуру, обеспечивающую максимальную адгезию ремонтного материала. Зернистость абразивных инструментов измеряется в единицах CCG – Steel, Shot и Grit, которая должна быть указана на самих инструментах. Чем меньше число, тем меньше зернистость. Зернистость 170 дает степень шероховатости номер 2, зернистость 230 номер 3, а зернистость 390 номер 4. В ремонте шин мелочей не бывает. Нужно строго соблюдать технологию, чтобы вы могли это сказать своим клиентам и гарантировать, что каждый ремонт шины выполнен в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. И в заключение я дам вам пару советов по безопасности. Во-первых, когда вы обрабатываете поверхность шины, всегда одевайте защитные очки, чтобы частицы резины или абразива не попали вам в глаза. Во-вторых, перед сменой абразивного инструмента всегда отсоединяйте линию подачи воздуха или источник питания. Эти машинки очень мощные, поэтому будьте внимательны при обращении с ними. Если вы этого не сделаете, то случайное нажатие на спусковой триггер пневмодрели может привести к серьезной травме. Позаботьтесь о своих глазах и пальцах. Обязательно посмотрите другие наши видео, где вы найдете много интересной и проверенной информации, которая поможет вам эффективно использовать материалы Tech и сэкономит ваши деньги, причем без потери качества ремонта шин и с гарантией безопасности для ваших клиентов. По любым вопросам обращайтесь в компанию Tech Russia, смотрите технологии ремонта на нашем сайте www.techrusha.ru, подписывайтесь на наш YouTube и Instagram. До новых встреч, друзья!